Добрый день, друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим такой проект, как Atomic Wallet. Вы управляете вашим биткоин, эфириум, рипом, лайткоином и из других криптовалютных, криптовалюты, токенов в различном интерфейсе. То есть это криптовалютный кошелек новый. Короче, безопасность, децентрализация, анонимность. Подписаться обновление, можно написать свой email. Грузить уже можно данный кошелек. Последняя версия кошелька 1.35. Так что она доступен на нескольких операционных системах, практически на самых популярных, как Windows, macOS, телефон Ubuntu, Debian, Fedora. Так. Обзор можно посмотреть, вот видео с официального сайта. Особенно так, позволяет пользователям тратить, управлять их активами, делать прозрачными масштабируемыми, обеспечивает, скажем так. Очень безопасный, хорошее решение для хранения криптовалют в системе разработчики. Безопасность, вот плюс сильные гарантии наших клиентов, высокий уровень безопасности. Наш ключ, уровень безопасности. То есть ваш приватный ключ зашифрован, никогда не покидает девайс. Только вы можете контролировать ваши активы. Эти валюты. Больше 300 коинов и токенов различных. Покупать криптовалюту. Используй. Ну, это самое понятно. Мобильный вот кошелек, как мы видим, есть вот с помощью загрузить можно на Google Play и App Store в магазинах. Android, но они будут доступны скоро, пока еще нет, но скоро же будут доступны. Как написано вот на официальном сайте. Можно подписаться и попробовать первую версию. Можно видеть различные токены и монеты. Новости последние о проекте. Команда проекта, видео, партнеры, инвесторы. Вот такой вот проект достаточно интересный. Кошелек новый. Вот. А ссылки на кошелек будут в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.